Хорошо. Люба, и я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную копию Владислава, воплощенной на Земле. 1, 2, 3. Но я вижу его сидящим за компьютером. Хорошо, и делаем проверку. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой согласно своему эфирному коду ДНК. 1, 2, 3. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Да. Ты знаешь, он смотрит на меня. Да, ну хорошо. И сейчас делаем еще одну проверочку. Если это оригинал, а не фантом-копия, то загорается зеленый маячок. Если нет, красный. 1, 2, 3. Зеленый. Хорошо. Он как разрешает. Хорошо. И Влад выходит из биоробота и становится рядом. И если в его биороботе находятся чужеродные копии, голограммы, подключки, они выходят и становятся рядом. 1, 2, 3. Ничего нет, я чувствую такую энергию какую-то. Мощную какую-то энергию чувствую от него. Хорошо. И защищаем его биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Влада в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Влада поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Ну, ты знаешь, как будто не я его поднимала, а он меня. Мы здесь. Хорошо. Снимаются все маски и голограммы. Все вокруг предстает согласно своему эфирному коду ДНК. И если это наша комната диагностики, то загорается зеленый маячок. Если нет, красный. 1, 2, 3. Зеленый. Ну, я тебя узнаю. Хорошо. Мы приветствуем Влада и интересуемся, готов ли он к диагностике и доверит ли нам свое биополе на период сеанса. Он улыбается. Вы за руки поздоровались. Да, приветствуем, Влад. Вот мы только говорили, да. И нашли. Надеюсь, что не твоих фантомов мы сейчас подняли. Вроде бы маячком проверили. Хорошо. Будем делать проверочку, или Влад, или вернуть в биоробот? Ну, он улыбается и говорит, куда у вас здесь проходить? Ну, там у нас есть пьедестал наш. Остановись, Влад, да. Пожалуйста. Да, ему очень, он заинтересован. Хорошо. И, Люба, считай, пожалуйста, его физические параметры в виде процентов энергии, частоты вибраций в этих энергии в герцах. 1, 2, 3. Ты знаешь, что-то в районе 470. Большие такие. Так, а вибрации? Тоже что-то около 40, 40, 41, высокие. 41. Хорошо. От него очень чувствуется такая вот энергия мощная идет. А пиши, как ты его видишь? Отличается его тонкая копия? Как он выглядит? Ну, я его вижу как обычного человека. Привычного нам. Угу. Но он как будто разрешил его разглядеть, что ли. То есть все с его согласия. Он говорит, хочешь посмотреть на мои защиты? Да, Влад, сегодня шутили, вот хотели посмотреть. Я говорю, Люба, вот рога не видишь на Владе? Ничего не видишь? Он хохочет. Ясненько. Хорошо. Ну, давай быстренько сделаем проверочку Владу и отпустим его наверняка работать дальше. Хорошо. Влад, готов к проверочке? Раз мы уже подняли, сделаем, проверим. Готов. Хорошо. Итак, Влад, ты полноправный хозяин своих энергий, и любой, кто интерферирует с тобой, автоматически подпадает под твою власть и становится твоим заложником. И по моим командам в эту клетку будут притягиваться все, кто интерферирует с тобой. Время для них остановилось, не могут воздействовать на тебя.
Проявляются все невидимые и спрятанные каналы, а также любые сопутствующие невидимые и спрятанные датчики, импланты и прочие подключки. Любые существа, сущи, духов, демоны, призраки, фантомы, инкубы, суккубы, джинны, импланты, подселенцы, программ, подпрограмм любых предметов, объектов, субъектов, энергии, материи, артефактов, сущностей из любых других измерений и миров. И я включаю яркие прожекторы, ты на белом фоне ясно, четко со стороны видишь энергетическое тело с ног до головы, и проявляются все каналы, если таковые имеются, ко всем интерферентам, к энергетическому телу. 1, 2, 3. Все ответственные за каналы, подключки, чипы и датчики проявляются в клетке тюрьмы. 1, 2, 3. Сущности притягиваются в клетку и выстраиваются все каналы. 1, 2, 3. Вот ты знаешь, зрение четкое, ясное, да? Да, я ничего не вижу, когда ты это читал. Угу. А я видела, как он выстраивал свои защиты просто вот так слоями. Одну, вторую, третью. Вот так вот много-много, знаешь, как вот одна за другой. Такие просто выстраиваются. И он вообще сейчас похож на какого-то как будто робота, что ли. Вот в этих прям весь в защитах и никаких каналов я не вижу. Ну хорошо, давай проверим. Еще раз. И силой моего намерения проявляются все скрытые, спрятанные, невидимые каналы. Ответственные за эти каналы силой моего намерения отправляются в клетку тюрьму и проявляются в клетке тюрьмы. 1, 2, 3. Клетка пустая. Ясно. Так что Влад, получается, сейчас стоит у нас с защитами, да? Да, он сейчас в защитах стоит. Ну, хорошо, Влад. Значит, наверное, тебе не нужна наша проверочка. Хорошо, Влад, я еще чувствую, знаешь, какие-то энергии такие. Ты знаешь, как будто вот мне на грудь давит немножко аж. Как тяжеловато. Алло. Да-да-да, я здесь. Ты здесь? Да. Хорошо, Влад. Что мы отпускаем тебя обратно? Вроде бы так. Экспресс-проверочка. Вроде все чисто. Если ты стоишь в защитах, интересно, я думаю, было что... посмотреть, он говорит. Ну, нам тоже. Так что мы подтверждаем, что вот Люба подтверждает, что не видит на твоей голове никаких рогов. Нет, и... не вижу. Хорошо. Мне тяжело его энергии переносить. Ну, плеядянски плюс. А, Влад, я не знаю, а ты у Влада не видишь его крылья? Не знаю, Влад, если захочет, может показать их. Он смеется. Он показал. Да? Они какие-то такие серые, темные. То есть не белые, не черные, а показал тебе их серыми? Но они темно-серые, они не прям черные. Ага. Хорошо. Да. Хорошо, Влад, благодарим за эту встречу. Посылаем вам, как нашим учителям, энергию нашей любви и благодарности. И спрашиваю, интересуемся, если вы готовы возвращаться в биоробота. Да, он готов. Он ко мне подошел, говорит, это нормально. Ну, что вот я ощущаю какое-то давление, как в районе груди. Ага. От его энергии. Он говорит, это нормально. Типа сейчас отпустите, все пройдет. Хорошо, Влад. Рады были увидеться, так скажем, в астрале. И мы готовы тебя возвращать. Влад, готов возвращаться? Готов. Он говорит, мне было интересно. Нам тоже было интересно. Так что подтверждаем тот факт, что Люба не видела ни рогов, ни какого-то непонятного. В общем, благодарим. Благодарим за этот визит, Влад. Говорит, приглашайте. Да, ну, если дадите разрешение, будем приглашать, конечно. Хорошо, благодарим, Влад, и тогда возвращаем тебя в свой биоробот. Готов? Да, готов.
Хорошо, и сейчас на счет три. Возвращай Влада в его биоробот и подключай каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. И проходит полная синхронизация с физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Один, два, три. Да, готово. Хорошо. И отключайся от Влады и переносись в нашу комнату диагностики. Один, два, три.